Дорогие наши женщины, в этот чудесный солнечный тайский день я хочу поздравить вас с Международным женским днем. И от всей души я желаю вам, чтобы у вас был не один женский день в году, а чтобы их было как можно больше, чтобы каждый день вы чувствовали себя прекрасно, чтобы в вашей душе была весна, а на вашем лице была счастливая улыбка. Счастья вам, женщины! За несколько недель до этого дня мы проводили опрос из наших клиентов, чтобы узнать, чего же вы хотите получить от нас в подарок. И на основании этих ответов мы подготовили эту акцию. Самым частым и популярным ответом было кулоны из натуральных тайских орхидей, покрытые эмалью. В этом году в акцию участвует большее количество орхидей, так как больше людей проголосовало именно за них. Причем я сделала два вида орхидей. Первый — это обычные орхидеи, покрытые эмалью. И вторые — это орхидеи, которые покрыты эмалью, и у них сделана окантовка золотом 12 карат. Вот, эти орхидеи, они стоят значительно дороже, чем вот такие вот. И поэтому я их буду раздавать от больших сумм, и их количество ограничено. Я каждого вида взяла всего по 5 штучек. Вот, я приближу, чтобы было видно, какие они интересные. Здесь есть еще синенькая орхидея, была, но у нас как раз гостила семья брата мужа. И вчера у них был последний день, и как раз пришли к нам эти орхидейки замечательные. Марине очень понравилась синяя орхидея, я ее подарила. У нее очень красивый, глубокий синий цвет. Я успела сфотографировать. На сайте вы можете увидеть фотографию. Она тоже крупного размера, с золотой окантовкой. Очень красивый вид. Вот синих осталось уже 4 штуки. Вот. И вот такие вот орхидеи, которые покрыты просто эмалью. Они будут раздаваться от меньших сумм. Они разных размеров, как видите. И эти орхидеи, они очень хрупкие. Вот обратите внимание, вот эта вот голубенькая орхидея, она... У меня дочка ее уронила. Чтобы показать цвет орхидеи, я ее склеила. Но вот видите, все равно видно место, где был клей. Поэтому эти орхидеи не роняйте, будьте с ними очень аккуратны. Переслать мы их будем в специальных пластиковых боксах прочных. Будет сделана специальная упаковка. В прошлом году мы так все упаковывали, и все орхидеи дошли целые и невредимые. Вот, у каждой орхидеи есть черный шнурочек с регулировкой, который подтягивается. Если вам не нравится черный цвет, вы можете снять. Там с обратной стороны орхидеи есть петелечки. Вот, и в принципе ее можно подвесить на любую серебряную цепочку и на то, что вы хотите, там можно на брошку прицепить, куда угодно. Вот, такие вот у нас орхидеи. Второй популярный ответ был украшение из крыльев бабочек. Вот эти вот, обратите внимание, как они выглядят, как они блестят, переливаются на солнце, как они красиво все смотрятся. Надеюсь, что камера это все передаст. Вот сережки вообще потерялись, их почти не видно. Вот, также, кроме сережек из крыльев бабочек, также в акции будут участвовать сережки из лепестков орхидей, покрытые серебром. Такие они очень интересные, сине-голубые. К сожалению, был только один вид. Вот. Дальше. И также скелетированные листики тайских растений. Вот. И такие полупрозрачные, тоже покрытые эмалью, покрашены в розово-синие тона. Розово-синие тона. Вот. Из вот этих сережек вы можете выбрать те, которые нравятся именно вам. Очень красивый такой яркий солнечный аксессуар, который может дополнить любой образ. Сама очень люблю вот такие вот сережки. Мне очень нравится, как они смотрятся с моими волосами. Потрясающе. Вообще, когда я разбирала посылку, у меня было столько восторга. Я долго рассматривала каждое украшение, каждое изделие, потому что все они абсолютно разные. Нет ни одной одинаковой пары, все они уникальные. Вот. Третьим популярности ответ был украшение самоцветами. Это вот сережки с голубым топазом. Все эти украшения я приобрела на ювелирной выставке, которая проходила в феврале. Вот такой интересный дизайн. Это стерлинговое серебро. Все камушки, которые находятся в украшениях, это самоцветы природного происхождения, то есть не выращенные. Сережки с голубым топазом. Это вот у нас кулоны с розовым турмалином.
И кулоны с голубым топазом. Такие у них интересные дизайны. Это вообще на глаз похож. Здесь очень красивое дерево, очень эффектно смотрится. Вот. Более большие кулоны, они более дорогие, так как здесь и камушки покрупнее, и сам размер побольше. Поэтому я их буду раздавать от более крупных сумм. А турмалинчики я их буду раздавать от более меньших сумм. На сайте в картах товарах этих украшений я написала магические лечебные свойства, то, что я нашла в интернете. Ну, кто верит, кто не верит. Кто не верит, тот просто может получить интересное ювелирное украшение с необычным дизайном. Также были разные варианты. Уже менее часто, но кто-то отвечал, что хотел бы получить какие-то косметические средства, масочки и что из нашей продукции. Мы учли все ваши пожелания и подготовили эту акцию. А это то, что у нас будет участвовать в нашей акции из космической продукции. Давайте по порядку. Первое — это масочка с красной икрой. Мне очень нравится эта маска. Я ее часто беру, когда я еду куда-то отдыхать на море, на острова. Она здорово помогает снять воспаление с покрасневшей и пересушенной кожи. Она очень питательная, хорошо снимает все воспаление, подтягивает кожу. Вообще у нее очень приятная консистенция. И в креме, в этой масочке видны такие небольшие, как икринки. Я думаю, что, скорее всего, это микрокапсула. Ну, хотя не исключено, что это икринки, которые лопаются. Но при этом маска не пахнет рыбой. У нее очень приятный нежный цветочный аромат. И действие этой маски заметно уже после первого применения. Вторая, это здесь сразу идет комплект серум, сыворотка и маска двухшаговая, тоже с красной икрой и со слизью углитки. Тоже очень приятное уходовое средство. После применения этой маски лицо выглядит как после салонного ухода. И третье средство — это любимая мной скатка, или как нас в России называют, гумаш. Это такой очищающий гель, это очень мягкий пилинг, который наносится на кожу, и вся грязь и спор, она просто скатывается вместе с этим гелем, и такие комочки, они просто смываются с лица, и все, очень здорово чистит поры, не дает им забиваться снова, выравнивает фактуру и тон кожи. Вот также в этой акции будут участвовать два парфюмированных крема, Котлея и Белый Муск. Наши постоянные клиенты уже знают, что это такое, можете почитать в отзывах в картах товаров, там подробно написано, люди пишут свои впечатления о этих двух кремиках. Они используются как сухие духи, при том они сделаны на основе масла ши, то есть у них очень такая нежная, легкая кремовая текстура, и даже у тех, у кого самая чувствительная кожа, они не вызывают ни раздражения, никаких неприятных ощущений. Ну и последний участник нашей акции — это банановые чипсы. Их у нас осталось немного на складе с прошлой акции, поэтому их получат только те, кто поторопится и первыми оформят заказы на нашем сайте. По традиции мы делаем нашу акцию многоступенчатой, то есть вы сами можете выбрать из множества тот подарок, который нравится именно вам. И в одном заказе вы можете получить сразу несколько подарков в зависимости от суммы заказов. И так как количество подарков ограничено, первые участники акции получат именно те украшения и подарки, которые им больше всего понравились. Я еще раз поздравляю вас с праздником, желаю вам настоящего женского счастья!